Один из самых известных символов Самары – ладья – может попасть на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Сейчас Самара участвует в федеральном конкурсе на выбор изображения для новых банкнот. И уже прошла во второй этап благодаря активности своих жителей в интернете. Вместо необходимых 5000 голосов мы набрали в 3 раза больше. Второй этап начинается в августе. Теперь за дело возьмутся эксперты фонда общественного мнения. Именно они определят десятку самых популярных городов по версии россиян. Как попасть на деньги в буквальном смысле, сегодня обсуждали в общественной палате. Планируют составить коллективное письмо и обратиться за помощью к партнерам в других городах. За место на купюрах борются сразу 2 самарских символа – ладья и монумент ракетоносителю «Союз». Победа в этом случае – вопрос престижа. Если мы с вами пройдем второй этап и попадем в третий этап, который, собственно говоря, и будет самый основной, самый решающий, то мы с вами имеем возможность своими руками, своими силами в Самарской области сделать себе постоянный рекламный носитель в виде бумажных денег. Победитель станет известен осенью. Новые банкноты планируют запустить в обращение в 2017 году. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.